О том, с какими проблемами приходится сталкиваться начинающим бизнесменам, каждый из этих ребят знает не понаслышке. Это недостаток собственных финансов и высокая арендная плата за помещение. Цель семинара – просветить предпринимателей о мерах господдержки, которые они могут получить. Как в Бурятии сегодня действует госпрограмма развития промышленности и предпринимательства. В программе предусмотрено более 20 видов государственной поддержки. В основном вся государственная поддержка оказывается и предоставляется на компенсацию произведенных затрат предпринимателей. По программе государство может компенсировать от 50 до 90% затрат в зависимости от вида деятельности предприятия. Только за прошедший год предпринимателями таким образом было освоено порядка 250 миллионов рублей. Другую проблему – организацию рабочих мест – взял на себя республиканский бизнес-инкубатор. Здесь в скором времени откроется первый в Бурятии коворкинг-центр. Будет организовано рабочее пространство, и все участники, да, резиденты коворкинг-центра будут напрямую взаимодействовать между друг другом, а также наши наставники, наши специалисты будут помогать им непосредственно развивать свой продукт, либо услугу, в зависимости от специфики предпринимательского проекта. Ожидается, что на первом этапе данный центр позволит создать более 20 рабочих мест для начинающих бизнесменов. Мария Токмакова, Максим Махалов, Новости дня.